Королева перекрестка, полуфиналистка программы «Минута славы» на Первом. Диана Ли предпочитает передвигаться исключительно на роликах. Сегодня она отправилась в городской парк, вслась накататься и поупражняться в разных трюках. Катаюсь я очень активно, по 5-6 часов в день, ежедневно. И я могу пропустить тренировку, только если идет дождь. Больше 17 лет в спорте. Диана – профессиональный райдер в стиле фристайл-слалом. Это танец на роликах под музыку в сочетании со сложнейшими элементами. Ролики – это уже мой смысл жизни, это моя философия, моя самореализация. Я планирую связать свою жизнь именно с этим, и я к этому стремлюсь. Пока Диана осваивает новые элементы, на площадку выходят любители. Роллер-спорт набирает обороты. Это направление уже превратилось в настоящую субкультуру. Для кого-то это возможность поддержать физическую форму. Когда катаешься на роликах, работают не только ноги, но еще и мышцы пресса. Можно накачаться запросто. А кто-то смотрит на это занятие философски. Чувство скорости. Чувство полета – это непередаваемое чувство. Их нельзя передать на словах. Сначала меня один раз брат научил стоять, а потом я подумала, как ездить на роликах, я и научилась сама. Стать лидером и добиться потрясающих результатов можно, занимаясь любым делом, главное – любимым. Наша королева перекрестка Диана Ли – тому самый яркий пример.